Как отметил в своем выступлении Аман Тулеев, всех участников приема объединяет высочайший профессионализм, любовь к детям и к своему высокому призванию учитель. По мнению губернатора, учитель – это ключевая фигура в любом обществе. Ведь каждому своему ученику, каждому воспитаннику педагог должен найти ключик, понять его проблемы, поддержать. Успешный учитель – это успешная школа, а в будущем – это успешное государство и успешные люди. Каждый урок и каждый ученик – это вот как чистый лист. И именно от вас напрямую зависит, что на нем будет написано. И главная ваша задача, повторяю, раскрыть таланты, способности наших детей, способности своих учеников. А они, повторяю, есть у каждого ребенка свои в каком-то направлении. Для поддержки лучших педагогов в Кузбассе ежегодно проводятся областные конкурсы профессионального мастерства. Учитель года, преподаватель года, лесенка успеха, педагог-психолог, самый классный, классный и многие другие. В них ежегодно принимают участие свыше 3000 работников образования. Наиболее престижным и авторитетным является конкурс «Учитель года Кузбасса». В этом году честь Белова в конкурсе защищал учитель химии школы номер 10 Игорь Михайлец. Долго шли мучительные месяцы, трудностей, переживаний, падений, взлетов. Я в декабре победил в городе Белово, и вот с декабря месяца, практически по март, по начало апреля, уже когда начался конкурс в Кемерово, принимал участие в подготовке себя с группой поддержки. Конечно, большую поддержку оказали администрация города Белово, начальник управления образования, начальник информационно-методического центра, директор школы Шадрин Татьяна Ивановна, ну и все остальные коллеги, которые меня поддерживали, помогали. По итогам всех испытаний Игорь Михайлец вошел в созвездие сильнейших учителей и стал лауреатом престижного конкурса, получил сертификат и значок лауреата. Дальнейшие планы, конечно, не останавливаться на достигнутом, развиваться, то есть дальнейшие конкурсы какие-то будут, собираюсь участвовать, ну и, конечно, работать в школе 10-й, потому что для меня это любимая, родная школа, я здесь учился, скажем так, закончил ее и уже продолжаю работать сколько лет, работать нравится. Губернатор Роман Гумирович сказал, что все нужно делать с любовью, потому что без любви не будет ни обучения, ни воспитания. Когда это есть на первом месте, прежде всего ребенка, личность, поэтому все у нас идет и обучение, и воспитание.